По окончании пленарного заседания состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Синдзо Абе. Японский премьер назвал потенциал отношений с нашей страной огромным и отметил, что договоренности, которые были достигнуты ранее, выполняются. Российский президент поблагодарил своего коллегу за приезд и пригласил на еще одно масштабное мероприятие, которое состоится весной следующего года, на Петербургский экономический форум. Мы находимся с вами в постоянном контакте. Это способствует работе наших бизнес-структур, правительств. После известного спада в торговом обороте мы выходим на траекторию устойчивого роста. В первом полугодии рост составил более 16%. Сотрудничество между Японией и Россией, конечно, выходит на гаранты даже такого огромного региона, как российский Донецк. Я готов обсудить вопросы, в том числе и Северную Корею, чтобы внести наш вклад в дело обеспечения мира и стабильности в регионе. Я рассчитываю на плодотворную дискуссию для продвижения шага вперед, в том числе в вопросе заключения мирного договора. Я хотел бы сотрудничать вместе по вопросу хозяйственной деятельности и свободного перемещения жителей на Курильских островах. Также сегодня прошли отдельные переговоры Владимира Путина с президентом Монголии. Эта страна наш давний партнер и друг, подчеркнул российский лидер. В последнее время объемы сотрудничества растут, товарооборот после небольшого спада увеличился на треть. Халтмагин Батулга, в свою очередь, заявил, что считает своим приоритетом переход российско-монгольских отношений на новый уровень.